Конфа, вы уже все, давайте. Все, всем привет. Здрасте. Ну давай, Тор, объясни то, а правила по-быстрому. Правила по-быстрому, ну кайф. Правила... А подождите, а можно на горшок сбегать? Нет. Терпеть будешь. А можно хоть памперсы одеть сбегать? Тоже нельзя, потом стул почистишь. Вот. В общем, ребят, всем привет. Слушаюсь, мой повелитель. Играем мы в контру, это забег на, соответственно, скорость, мастерство и так далее. Которого нет. Скорость и мастерство, да. Которого нет. Да, вот. Первое, играть мы будем одинаковыми персонажами, одинаковую концовку, соответственно, вот. И на скорость. Перса я беру на себя нарандомить, вот. А мне что-нибудь разрешат? Вот, сколько у нас там, да? Если разница в одну минуту, то в принципе не считается, да? Да, давай так. Мы говорили две. Ну потом. Не, ну давай одну, потому что ну мы как бы там не в одну секунду уже запускаем, да, игру. А там еще плюс задержка на стримах есть. Да, так что вот. Вот. Одна минута. Так что, ну, пацаны, я картинку включил для вас. Да, ты вот. Не сказал про выбор пути. Random.org. Да, будем путь выбирать рандомно. Сначала я выберу рандомно перса. Давай, наверное, вот я ускоряю муль, и когда гиена скажет стоп, я тогда остановлю. Давай, гиена. А что мне надо сделать? Сказать стоп. 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 Ну вы сами видели. Гори, жесть. Вы сами видели, кто вы бы, в общем, нарандомили волка, играть будем волком. И теперь Судан нарандомит нам два... Два пути, а куда давайте, мы идем. Давайте всеми, кроме волка. Давай. Сефир спрашивает, в кому чат я буду гадить. Ой, да мне, в принципе, все равно. Я вижу все три чата, например. То есть я у них же на стримах тоже чаты есть, и я их, например, вижу тоже. Вот, так что мне все равно, в какой чат будут кто писать. Такая же вещь. Только у меня глаза будут. А мне задонатить. Ну вперед сюда, давай. Так. Значит, сейчас генерирую на рандом.орге три числа от 1 до 2. И большинство из этих трех это будет первый выбор. И потом три числа, и большинство из этих трех будет второй выбор. Итак, первое число — единица. Двойка — единица. Значит, по первому пути идем. Еще три числа. Двойка, единица, единица. Получается, первый. То есть мы вначале убиваем Джо, а потом мы... Сдаемся, да? О, нет, это же лифт! Космос! Нет. Подай... Единица, это драться. Это драться. Значит, это, по-моему, ракета, да? Ну, короче, это да, я затащу. Все, нет, поехали. Это матка пришельцев. А, тоже затащу. Наверное. Нифига не затащу, не помню ее вообще. Я песика ненавижу. Да, а, ну песик, не, песик. Песиком-то я солью есть, ну это разумеется, так что... Так, ну чё, вы готовы? Давайте, Судалов. Так. Тебя жду по картинке и нажимаю старт, ну чтоб все одинаково, вы запускаетесь, я же нужен на выборе. Игру-то ты запустил. Ты уже запустил, я вижу. Всё. Я запустил, я ж выбрал. Кенгуру, здорово. Да, привет, здорово. Можно мне еще раз вопрос? Первый раз мы куда идем? Всегда первый идем путь. 1-1-1, как скажешь. Так, я спрашиваю... Стоп, подождите, я спрашиваю у своих зрителей, слышно ли... нормально ли игру у меня слышно, или погромче ее сделать. Так. А что у тебя гены ОБС видно? А, ну все. Все, давайте, выбегайте. Мышку видно, а, все. Не, видно, да. Доволен? Надо больше жизни поставить. Шапаку убегай, я нажимаю старт. Погоди. Ага, я кризис. Позови Костабрика как специального гостя. Не, он что-то спойлерит себе все тактики. Игру чуть погромче мне пишут. Сейчас. Секунду. Да, ребят, кстати, у меня тоже такой же вопрос, пока мы не начали. Но я вроде нормально должен был настроить. Так, вот я погромче сделал. Мусорка. Так, ну что, сейчас мне напишут, получше стало. Я надеюсь, или меня нет? Нормально видно. Так, сейчас.
Я-то, собственно, готов. Сейчас вот клешника снял, смотрите. Да, надо тоже. Все, нормально мне пишут. Ну чё, все готовы? А мне никто ничего не пишет. Ну, я готов. Мари пишет, если вы позовете Костабрик, вы не пройдете вообще еще пару минут его стрима, и вы, как я, стол лицом сломаете. Так, ну давай тогда, так, чё, 3, 2, 1, поехали. Поехали, чё. Быстрее, быстрее, диалог. Не, я сейчас царю, блин, на первом уровне по-любому. Я реально, я не играл где-то, блин, наверное. Делаем стаб, кто сколько проживет. Я год не играл. Первое это, как его, сразу же где оружие Д. Я помню этот трон. А чё, я вспомнил, я же, точно, я же в хак играл, я думаю. Едрит! А чё так просто-то? Ну никто ничего не видел, пацаны. Чего, ты слился? Да, как обычно. Ну, я нормально. Всегда там сливаю. Я тоже. А я, блин, пропустил оружие. Отвечаю, ну, а это... я его поймал. Ну это вообще пофигу, потому что... Чё, дальше отыграюсь. Чё, на этом моменте я всегда сливаю вообще без голоса. Да, детка! Это таракан. Я понял, что я с Гиленой сливаю. У него ничего пишет, у волка ничего самонаводящегося нету, ну да. И он именно. Да. И он очень высокий, выше, чем все. Это не страшно. Ты можешь? Ну, может быть. И у него еще Д стреляет всегда в бок, вверх нельзя стрельнуть. Я в курсе. Это вообще печально. Это Д никогда не поднимать, я ненавижу это. Да оружие. Ладно, это самое топовое его оружие. Может, да, топовое, но его никогда не буду. Я, скорее всего, Дэй никогда не буду использовать. Волку. Не, это имба. У вас уже босс пришел, у меня еще нет. Это имба. Она имбовная. Волк, как Игорь, он пёс. Чё? Пишет в комментах. Ой, у него Б тоже же отстойное. Ну, оно мощное, я знаю, но... Оно не отстойное, но вот как раз Б не отстойное. Чё у него хоть есть, дайте посмотреть. Ой, ядрить. На что я подписался? Огнемет сильный, да, вроде? У Госмакс, здорово. Нет, огнемет с Польшем берет хорошо. Так. Госмакс, здорово. У меня, народ, у меня проблема. Какая проблема? В чем? Расплываться. Блин. Короче, пофигу, буду валить огнемет. У меня оружие не менялось. Ядрить! Так, я чатик буду не так часто читать, как этого, наверное, хотелось. Поставить пониже уровень сложности, да, надо было бы. Так, первый путь. Можно? Первый путь, пацаны. Ты уже, что ли? Смотрите. Да. Торп уже прошел. А, ты, наверное, Д использовал. Я бы использовал, зачем мне Д? Чё ты использовал? Б. А. Сколько я угасил? Ну, я не стал рисковать. Я ж ядрить рисковый. Но он нормально с него валится. Зато мне 3 жизни. Хорошо. Одна жизнь, а-за-за. Я счастлив за тебя. Эти грёбаные мотоциклы, ненавижу их. Используем, пацаны, ядри и проходим. А, блин, забыл, как этим вообще управлять. Тактика, да? Тактика. Я уже, правда, не помню ничего, но ладно. Так кто ж тут помнит? Не, вот первый уровень не должен помнить. Ай-яй-яй-яй-яй, блин. Ну, первый еще да, а второй? Не, последний вот не помню. На последнем будет жестко, пацаны. Да нахрена он Д включил? О, жесть. Короче, я дно, оказывается. Да какое дно, все нормально. Я 2 жизни слил. На жуке, на этом. Я еще на первом уровне. Блин. Ты еще на первом уровне. А, да, детка. Нет, слился еще на первом. Жалко, я сам себе не могу фейспалм поставить. Зато я могу. Да, Дэзик остановил специально. И шоу поставил.
Ну у меня хотя бы не у первого Game Over. Короче, это надо, да? А? Ой-ой-ой, блин. Я ненавижу игроков. А будь побеждать, пацаны. А? Ну короче, Тор, я же говорил, что ты, блин, затащишь. О, дай мне дойти до последних уровней, пожалуйста. Так если ты сейчас уже тащишь, а мы сейчас уже не тащим. Нет, сюда, я помню только первые два уровня, запомни. Я помню только первые два уровня. Я помню, но клешни мне не помогают. Не, сейчас, это Инферно вообще ничего не тренер. Мы договорились, не тренить вообще. Не тренер. То есть я не играл очень давно, а тем более за Волка. Да. Я за Волка вообще никогда не играл, признаюсь. Плюс я под температурой. Кингарус спешит на помощь. А! Скилл-то не тот уже. Скилл-то не тот, пацаны. Что там, кто куда пишет? Я сам себе пишу. Молодец, да. Все норм? Все норм. Ой, чё. Вот, короче, пацаны, буду проходить аккуратно. У Сефира там хитрый план. Машинное кладбище буду проходить аккуратно. Ну его в топку. То есть я бы мог, конечно, пробежать. Вот, но что-то я сегодня не уверен в себе. Вообще не уверен. Да ладно, хотя бы пройти бы вообще игру-то с первого раза, но... Вон там... Будет вообще аккуратность. Ой. Я и не отрицал, что я хуже всех играю. Не, ну насчет того, кто хуже, то ладно. Я еще на мотоцикле бегу. А чё, норм, чё? Я Джо убиваю. Ты же меня чё? Ядрить! Чё? Слился, чё? Чё слился на... Ой, да ядрить! Кстати, задержка вообще минимальная. Я практически... Вот ты сказал, что слился, я уже видел, что ты сливаешься. Это просто капец, чё? Ладно, чё? Дальше! Всё, я до третьего уровня дошёл. Ну, сейчас диалоги посмотрим. Блин, это Гиена, убери мышку с экрана. Подожди! Сдохну, тогда перееду. Я не знаю, как буду бить этого. Кого? Мусорщика. А что такого? Чё его бить? Ну этого звезда чё-то. Ну и чё, ну там только там эти близнецы только троллят немножко. Спасибо. Словил. Буду приходить вообще, пацаны, аккуратно. Вы бы видели, как я тут в интепе летел. Просто как я не знаю кто. Соберись, да ладно. Слишком легкая? Ну, вообще я приходил за 35 минут по самой длинной концовке. А какая самая длинная концовка? Ну, это там, где на ракете. Она самая длинная, считается? Да, она самая длинная. Никогда ты не засекал вообще. Мне казалось, все примерно одинаковые, ну, кроме упоротой. Не, она длиннее. Там Зефир пишет, надо отвлекать Тора и спасать нубов. Ядрить! Да не надо спасать нубов, я уже слился давно. Что за ядрить? Я только Джо замочил. А расскажите вкратце сюжет. Я его не помню. Все банально. Давай, рассказывай. Давай лучше. Я? Не, давай ты тоже рассказывай. Ты же мастер, рассказывай все. Не, да я... Ну ты ее мастер. Перед Трусторием. О, Dark Angel, походу, не знает, кто это играл. Но мы идем по одним концовкам, но мы это уже сказали, он просто, может, кто-то не слышал. Я тоже не тороплюсь, я, в общем, я иду так, как я иду, то есть я не стараюсь спидранить, я просто стараюсь не погибать. У меня только третий левел наделся, если что. О, я дошел до каскада. Ты кого? Ну, до этого хакера.
Не, ну вы знаете, Торгель старается драться наиболее эффективно, так что чё. Будем стараться драться наиболее эффективно. Отлично. Я запорож словил ракету. Что ты за ракету не взял? Нет, от запорожца ракету словил. Ой, я там тоже слился, но не от ракеты. Меня лучник убил. Блин, а чё я дурак? Я надо было цепь включать огнемёта. Я дурак, блин, вообще жесть. Короче, с вами дно играет. Расскажи сюжет DS1. Я откуда знаю. По-моему, гиена идет на рестарт, да? Да ну ничего. Так. Я лично разрешаю рестартить, если вы хотите. Второй кант у меня слил. А можно сохранение юзать? Нет. На последнем. Какие сохранения, ты издеваешься? Я нет. Ой, сегодня 2014 год, надо пользоваться сохранениями. О чем вы вообще? А, ты уже на муху. Не, пацаны, надо последние две бомбы на последнего босса. Блин, это я, ну не знаю, у меня вот ноль жизни, я думаю, мне две бомбы использовать или нет, это вообще печалька. Ну это ты сам думай, я-то не знаю. А, все, жесть, я две бомбы слил. Эх, дно. Ну, хоть кто-то слился, помимо меня. Ты вдвоем счастлив, да? Ты причем я на Тетрисе слил. Ну, в принципе, я потому что говорю, собака. И роботом бы я не слил, естественно. А собака. Сравнил робот и собака. Да. Не, просто я говорю, что. Че, я считаю, что честно же было выбрано. Блин, мне такое ощущение, что ты подстроился, потому что ты очень хотел это. Да ладно тебе. Не, ну давай в следующий раз еще что-нибудь запилим. По другой концовке. Предлагаю еще раз сегодня. Да, я предлагаю потом, если сделаем повторно, то исключить этого персонажа и эту концовку. Давай, согласен. А можно будет все двойки теперь выбрать? Не, тоже рандомом, только кроме того, что сейчас вот. Ну ладно. Что хочешь? Ну не знаю, Инферно, почему, Тор может еще и слиться. Да, я могу. Нет, я на последних, я просто последний левел. Ну, по-моему, это нас не спасет. Ну ты знаю. Я последний левел не помню, так что. Ну, Тор, у меня такое ощущение, что ты псом чаще играл. Я вообще никогда не играл практически. Ну, насчет того, что чаще играл, может быть. То есть, ну, тут как бы не вопрос. Я в детстве много играл, я сразу скажу. Я говорю, я псом вообще никогда. И на стриме я играл и. Так вот я, честно говоря. Ну, насчет скилла я спорить не буду, но насчет того, что чаще играл, да. Играл чаще. Я только до звездочета дошел. Ядрить я слил. Ура! Ай, одно! Так только одну жизнь, блин. А? Только одну жизнь слил, не контейнер. Ну, у меня еще одна есть. Запасы. Инферно считаю, что на последних все сольются. Ну я тоже так думаю. Ну это вариант, да. Да, а, ну. Гребаный волны пещеры. Так, ну я прохожу максимально аккуратно, пацаны. Да что я делаю? Ой, я вообще забыл, как играть в контру. Не, короче, вы пацаны меня зря взяли. Не, ну чё ты, давай, гади, просто прикольно. Я просто на вертолете 3 жизни слил. 3. Это нереально просто вообще крабизм. Я так вообще никогда не играл в контру. Ну потому что, говорю, ну очень привык роботом играть просто. Можно хотя бы женщину всё в следующий раз? Нет. Окей. Так, Видите, я не то сделал. Dark ну Angel... всё, она, короче, пацаны. Dark Angel просит рассказать об игре, ну и заодно, ну давайте-то сюжет расскажу, что ли. 4 персонажа. Да, 4 персонажа, вот этот человек-волк, мужик, женщина и робот. Ну вот, можешь у меня как раз посмотреть сейчас. Вот. Блин, немножко не могу рассказывать, когда. Я могу пока. У всех разное оружие, само собой. Разный рост, можно сказать, разные способности. Но у них все разное. Более-менее совпадают по росту. После конца мужик и девица, волк и робот, но они
Волк высокий очень, робот слишком, ну, очень маленький. И плюс еще у него двойной прыжок. Да, плюс он может использовать турбинку, чтобы, соответственно, парить какое-то время. Где картошка? Где же она там? Где картошка? Где картофан? Он же цон. Гребаный! Я смотрю, ты там вообще распрыгался. Ну, ныв, здорово. Ты собачка? Давай. Я чё, против? Ох, этот босс тролльный, я вам гарантирую. А это как раз таки Лёхи, который ты проходишь. Ну, не знаю, я... когда малой, был, я усомневался в основном на нём. Давайте, пробуем 4. Видали, как полетела фигня? Ну, то есть я сижу в таком месте, где меня вообще не достать. Опять из-за роста этого, Я просто забываю, что там нужно пригибаться, потому что я там никогда пацаны, не пацаны, у меня просто энциклопедия этого, как его. Скажите мне. Погаюсь, юзай, побеждай, да. Что вы хотели? Что ж вы хотели-то, да? Стори, чем он-то все баги помнит. Везусь. Никто не видел, как я слился, короче, надеюсь. Я вижу. Блин. Я просто иду, как я свой стрим смотрю. Слегка в задержке для меня, точнее. Я не могу. Да почему я не могу вертолет пройти? Это вообще жесть. Да просто прыгай через винт и все. Так он, блин, он не прыгает. Ну, блин, ну короче. Прыгаешь через винт, потом пригинаешься, все. Короче, как говорится, я же жал. Ну да. Я же нажал. Чего же он не прыгнул? Охренеть. Ой, ну этого босса я буду долго... Нет, короче, я сольюсь, я третий уровень не пройду, это вообще я такого не ожидал. Скорее всего, я не пройду третий уровень, потому что я почему-то не могу пройти. Твоя мать! Так, я буду аккуратно, ребят, давайте лучше аккуратно. Просто я волка могу дамажить в любой момент, даже когда он крутится. Но ядрить я уже все забыл. Честно. Блин! Чё он, почему не в ту сторону шифтанул? Охренеть. Ну я уже ничего не помню. Я даже через луч как-то ходил, так что помню. Но, чёрт, ничего не помню, Нейн. Синдром Костабрика. Не, это не синдром Костабрика, это синдром того, что кое-кто на картридже злоупотреблял игрой робота. Ну, когда на картридже... Ну, вообще честно... Вот сюда вот. Знаешь, я когда малой, я злоупотреблял, по-моему, с женщиной или мужиком. А роботом я начал злоупотреблять уже, когда начал играть на компе. Нет, я вообще выбирал разных пексов, мне было интересно за разом играть. Почему-то не знаю. Я еще думал, что мало ли концовка у всех разная. Не, я проходил-то за всех, но другой вопрос, сколько раз. За робота раз 500, а за остальных там 2-3. Не, ну за робота все же я чаще играл, да, что тут. Ну, пацаны, начинаем сливать, как я. А, ты сейчас уже поплывешь? А, сейчас еще этот формат X. Че? Кто? Ну там эта музыка называется формат X, где это смешивается. Привет, Элис. Элис, здорово. Здрасте. Мне никто не писал. Мне написал. Ай-яй-яй. Давай. Чую, я сейчас начну заново. Начинай заново. Ты не один такой, поверь. Чую, я не успею пройти заново и пройдет сюда. Я солью именно на последнего. Да, как, да я не пройду, долго. На вертолет, я же сказал. Блин. Судал, предлагаю пойти против системы выбрать робота. Нет. Тор пусть страдает. А мы в следующий трай будем роботом играть, там выпадет скорее всего. Да ядрить тебя. Блин. Давай же, ну разваливайся, вертолет. А, последняя жизнь. Ой, цветок чуть не убил. Господи. Господи, цветок.
Выкинь бомбу, бомбу! Бомбу не кидай мне оружие! Инферно говорит, я подозревал, что в стриме кое-кого вредно для скилла. Ну да, он же как раз не может пройти, вертолет тоже. Не, ну блин, Инферно, ну потому что я уже, ну, объяснил, говорю, это именно из-за того, что роботом, ну, по-любому прошел. Я не мог настолько потерять скилл, что я проходил игру, я проходил почти всю игру без телевизора за робота, а сейчас я не могу с экраном пройти... Без телевизора на роботе? Это что значит? Ну, у меня телевизор был сломан там в детстве один раз, я почти дошел до уровня где-то на корабле, поверишь. И как ты без телевизора? Ну я просто по звукам заучил все, и я понимал, когда что где идет. Наркоман. Вот. Ядрить? Но, блин, это было очень давно, и после... и я играл роботом. Да ядрить промазал-то, а? Пацаны, я косой, понимали? Знаете, да ты же косой. Ну чё, две жизни? Шанс есть, пацаны? Да никакого. Этот уровень я не помню абсолютно. Все, ну, сейчас начнет сливать ток. Покуха. Все нормально. Сейчас начнем гражданин. Я опять забыл, тут же не кораблик, а это, беготня. Да-да-да, здесь это, матка. Да там, в принципе, матка? Же почти все есть. А, на этих вот жуках будет это... Да, ядрить, ну какого черта? Какого... Ну все, короче, пацаны, это ГГ. Это ГГшенька. Меня просто динозавры съели. ГГшенька, это первый континью только возьмешь? Да. Да, это ГГшенька. Я сейчас последний возьму. Я тоже. Если сейчас на царю. Этом гребаном роботе. На каком роботе? Ну, на вертолете? Или что ты там не можешь прийти? Вот, я возьму. Подождите, у меня что, все? Ну ладно. Да я три, ну какого чего? Значит, чего-то? Это был последний. А, вот ты все, да, рестарт? Я все, да, поехали заново. Есть, я вертолет слил, наконец-то. Читор. О. Это потому, что ты заново начал. Тебя это обрадовало? Я вот этот вот левел, который сейчас проходит Тор, вот не помню его вообще. Ну смотри. Вот эту, нет, я имею в виду эту концовку. Всем троим крабы. А ты, чё я творю? Да господи, я до четвертого уровня с трудом в контре дошел, я вообще не мог подумать, что такое когда-то случится. Да ядрить, ну какого? О, ну какого этот центральный стрелял? Ну все это да. ГГ. Какого оружия переключается? Вот это я так ненавижу. Когда берешь оружие, оно берет, переключается. И все, пацаны, это левай. Все, это левай. Вот я, мне больше всего всегда это бесило в контре. Берешь оружие D, где бегут обезьянки, и оно включается. Это идеально просто. Что я могу поделать, пацаны? Ну все, это ГГшенька, что? Я еще первого континьюса не буду. Пофиг, вообще не буду D брать. Да D, это же имба. Ну, кому имба, кому... Ох, жесть. Согласен. Я так давно не потел. О, отлично, сбил оружие, ядрить. Сбил оружие. Да какого чёрта это оружие взялось? Руку-то. А тут в настройках нельзя нигде поставить, то оружие фиксировалось и не менялось. Нет, нельзя. Почему они не потрудились поменять модельки у волка, рисовать левой на правую? Левую и правую. Кстати, это хороший вопрос. А зачем? Когда поворачиваешься слева направо, у него рука стреляющая меняется. А, ну всегда отражение используется, причем в таких играх. В то время, да. 2 мегабайта карты. Почему здесь собрались? Ну может я чуть-чуть получше знаю. Первые 2 левела. Но ядрить не, это ни о чем не говорит. Не, я все левела хорошо знаю, но не волком. Реально, вот. Ну вот, я надеюсь, что вот я смогу это доказать, когда мы робота включим. Ну не знаю, может быть у меня правда скилл упал, но я лично так не думаю. Ну, блин, мне кажется, я роботом затащу вообще как изи просто.
эту игру. Ну, блин, не должен скилл бы так упасть. Возьмем самоуравняющееся оружие вперед. Что я так каблю, да лол? Я так за волка каблю, тут что будет на роботе? Не, ну робот он... В смысле, так вот именно волк сам. А ты робота ненавидишь, что ли, Тор? Не, ну он чисто исключительный. Да что за дно я вообще? А какого ты просто персонажа не любишь? Тёлку. У неё отстой просто атаки. Туда, в этой книге ты относишься. Да, Сефир, я видел этого кирпича на роботе, ну, так это же кирпич. Пошел вон с этой говняной атакой. Вы про какого робота? Ну, персонажа. Да ладно! Че, правда слился на такой изи фазе? Да короче, пацаны, не удаляй. Я сегодня не готов. Я сегодня не готов. Да, да подожди, такое? Ты дальше нас дошел, у тебя еще континью куча. Да какой я дошел? Он аж не прошел. Тараканов завалить, пацаны, не могу. Да что ж такое? Ты уже второй раз шар континью берешь? Да. Ну и норм, ты дошел до них это. Все, короче, подруги. С рыбой еще, конечно, повезло. С кем? Да с рыбой это. Что за рыба? Да, есть типа одна. Селедка. Я говно не очень, да согласен, вообще не очень. Что-то не тащу. Да какого он прыгнул? Ой, ну вот опять. Ну опять это ядрит. Да какой кулак? А как он мне гадует переключение, могу же. Чего-то с кулака, я не могу идти стрелять. А, вот тоже взял оружие и переключилось, да? Да, да, вот да. Это я вообще... взял оружие, он взял кулак. Так бесит эта хрень вообще. Я из-за этого слился на этих обезьянах. Так, все, давайте. Выходите. Ой. Блин, взял растряс этого вертолетика. Ну, ты высунешься, нет? Не, ну это просто ГГ. А, ты что делаешь? Блин. Привет, Тагаканич. Блин, у меня шея не вовремя зачесалась. Чуть не стрел. Попроси кого-нибудь почесать. Ох, у него фазы. Я вам скажу, атака. Ну вот же нормально прошел. Блин, я не понял, куда она полетит. Черт, ну вот именно туда, куда я не хотел. Попля, давай. Вообще дно. Я тут никогда не падал, если честно, я не помню, как тут. Что делать-то у меня было. Я никогда на этой фазе так не проходил вообще. Да ты когда-нибудь сдохнешь? Спасибо тебе, громадное. Дерьмище ты эдакое. Нет, ты представляешь, сейчас у меня просто донский стрим. Ну, я такого от себя не ожидал. Да нормально все, лол. А, ты, наверное, просто первый раз стримишь дно стрима. Я там уже лучше. В смысле первый раз дно стрим? Я, в принципе, все игры крабы почти. Мужика... Кроме Соника. Соглашусь, ракеты у него нормальные, гранатомет тоже. Мне никто не пишет, не ну. Ну, я читаю частик Судалова, Зефирка сволочь меня бросил. По роботу, но тоже есть свои минусы. Ну, у робота, блин, этот, как его, зачет не очень у робота. Ну, знаешь, если сравнивать все оружие, которое есть в игре, у него еще пулемет. Блин, Тор, нифига себе, ты уже до последнего босса дошел. Да не считай, читаю.
Все, вот на этой королеве я, короче, солью все жизни. Абсолютно. Абсолютно. Вот эта рука дурацкая, как вишня вонючая. Как она меня бесила, черт. Вы бы только знали. Вот вечно ко мне идет эта рука. Я вам шокирую, она отвечаю, она идет ко мне. Ну ты ей нравишься. Ну я понял. Она нашла из себя достойного, да? Прямо. А, да ты еще не сдохла, рука, да ладно. Ну все, ГГ. Я отвлекаюсь на ваш стрим. Не, ну че. ГГ. Одна жизнь, я вообще не рискнул. Все ноль жизней я не затащу. Фазы помню, да. Даже как помню, как двигать, но. Черт возьми, ничего больше не помню. Не, ну досек с поедами. Ну давай сдохни уже, блин. Этот босс, блин, долгий, даже 5, даже на обычной 7. Игре. Есть. Ну чё, теперь, пацаны, не залажай, да? Блин, неужели торт ты пройдёшь сейчас, блин? Какой пройдёшь? Деваешь-то. У Тора мамка там пришла, слышу. Да? Ну а чьи это голоса были тут, что? У меня, наверное. Твою нет! Да, да, слил. Ебнить. Ну, короче, ребят, вы поняли, это стрим боль. Что я сделал? Ой, что я сделал? Вообще жесть. Боль на этом стриме. О, господи, я несколько пулек не дострелил до босса. Да, буквально несколько пулек. Так, ну теперь у меня нет кулака, и я не знаю, чем дамажит кулак. Самый классный тут был, конечно же. С него можно было королеву за пару секунд снять. А мне нравится все то, что тебе осталось. Я говорю, это все, это я тут солью. Не надо там писать, что тот, да ты что-то так, сейчас, Инферно, да, возможно, пойдем. Мы же пойдем, да, возможно, по другим сейчас персонажам сразу. Не знаю, посмотрим. Я вообще сюда, честно, не уверен. Ну. Я еще один перейду. Так, fight to end. Ну что, сливаем на клешнях мою тупицкая и все. Блин, я пульками форматрикса тут прохожу. Не очень удобно. Так, теперь эту клешню надо вырубить. Просто когда этих клешней нет, соответственно, играть вообще изи. Что-то надо. Ёбаная волчара. Да не, волк ноль. Для меня волк ноль. Волк говно, не вижу волк. Не, у него дамаг вообще замечательный. Ну, про дамаг, да, не отрицаю. Просто мне лично удобно. Ну, робот он, конечно, имба. А, какой же высокий этот пес. Будет смешно, если мы затеем проходить тянками. Я б тянками. А, все, я, короче, все. Ну, Тор, если ты сейчас пройдешь... Блин, мы что, заново начинать? Ну, можешь заново начать. Ну, если... Я уже заново. Не, ну просто уже далеко, если Тор еще пройдет, то есть не смысл заново начинать. Шесть! Плевать. Посижу, посмотрю Торпа. А ты все полностью слился? Нет. Ну, а один раз я уже слился давно. Ну, сейчас, если Тор пройдет, тогда я не буду, если сольется. А, да ладно вам! Да твою медь, остановились прямо у меня! О, удаляй. Просто спамим, так. Ребят. Я не знаю. Да твою ж! Короче, все, пацаны, я слил. У меня еще жизнь есть. Да все, что тут говорить? Сейчас какая-нибудь шняга и все. Да сейчас развалится. Нет. Да уже все сейчас развалится. Да не развалится. Да по-любому тебе говорю. Сейчас возьмешь, пацаны, сольет. Да, это по-любому.
развалится. Ну все, поздравляю. Это то мечта. Чак. Ну что могу сказать, концовка была жесть. Единственное, вот сюда вот честно тебе сказать, я помню оборот этих сердец, честно. Да я, тоже все помню, только не эти персонажи. Просто банально считаю, первый прыжок надо делать маленький, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой перепрыгиваешь через два, уже скорость уже будет большая, и потом просто прыжок. Титры-то включи. Наркоман, ты помнишь все наизусть? Да. Ну, вторая фаза, где цепочка, там тупо рандомишь, я не знаю, ну там какая-то тактика, не знаю. Я, если честно, всегда на интуицию приходил, я никогда не считал конкретные цифры. Не, ну, понимаешь, у меня острота, это же важно, вот. А вот последнюю, где они перекувыкивали, вообще есть банальная зона, где лево-вправо ходишь, тебя не достает. Но я что-то рандомить стал, вообще говнище какое-то. А Инферно, почему именно так ты расставил? Ну, Тор понятно, а мы с ним, почему так, с Кианой? Потому что ты чуть дальше прошел. А, ты себе чтобы не жать на публику. Кенгуру, ты следующий. Все, ты попал. Кенгуру, пиши время и дату, когда будет контракт с тобой. Все, ты попал. За Волков. Я найду в скайпе, наверное. За Волков. Я тебе устав дам, если что. Не, ну давайте в следующий раз опять рандом путь, ну, только другой путь, другой персонаж. Давай. Так, тогда давай рандом персонажа, кроме Волка. Ну, если Волк выпадет, то я его еще раз проиграю. Может, поменяем людей, которые будут рандомить? Да хуй, пожалуйста. Ради разнообразия. Не, я не хочу рандомайзер. Не, ну это... Да реально, какая разница, рандом он есть, рандом, это не зависит. Давай, Гиена, говори, когда. Пусть лучше вон зрители скажут, кем. И какие цифры. Это Стор, сделай этот сейф стейт, чтобы не перезагружать долго. Если выпадет пес. А зачем мне перезагружать? Ну, если выпадет этот собака, тебе придется перезагружать. Так я ж не ну, я ж не нажимаю, я просто останавливаю век. Я понял, понял. Давайте, говорите, когда. Жми. Здесь, ну, говори ты. Ладно. Да ядрить, тут ты опять Волка выбрал. Давай еще раз. Давай. Тян. Ну, ну попробуем. Так, теперь... Подожди, пускай этот выберет. Путь тебе. Гиена, выберет, Тян. Бельяк, здорово. Сейчас я тогда даже предлагаю так делать, чтобы было все по-честному. Я сейчас рабочий стол захвачу, чтобы рендом было видно. Так, подожди, я другие цифики сотру. Подожди, сейчас. А то ждать буду. Торич еще с косоглазия не туда пойдет. У них есть, у меня-то зачем зрители? Так, ну чё, это... Давай, значит, по какому пути идем? Значит, первая цифра может быть и 1, и 2, без разницы. Да. Так. 1, 2, 1. Значит, опять первый путь. Значит, вторая, по-любому, второй да, путь. Да, вижу первый. Ну да, по-любому второй, всё. 1, 2, да, бежим? Да. Всё, давай, я... Посмотрю, когда ты будешь готов и надо. А, я? Ну, давай. Так. Ну да, ну у тебя Волк просто. А кто? Шина, да? Тян, да. Поехали. Уго. Да, ну я, естественно, буду играть ничуть не лучше, потому что я вообще, по-моему, ни разу пацаны, не проходил. Пацаны, сольют! Или нафиг. Пару раз. Это просто, это Тян, я терпеть не могу. У него такое говно оружие. Это, я не знаю. Да пульки же рулят вообще. Я в панике, Толич, в панике. А чё? Она чё такая низкая по сравнению с этим Фэнтом? С Волком, да, Волк же выше всех. Просто вообще. Он идёт тут и спамит на первом уровне, а это что-то тормозит. А, я трить, слился опять! Ну ладно, первый уровень вы помните, да? Ну, кто там сюда плавал. А я, кстати, в тот раз на первом уровне вообще ни одной жизни не потерял, насколько я помню. Ну, да. Я кант потерял на первом, ты чё? По-моему, я взял оба оружия и не слился. Отлично. Я слил.
Я как обычно. Это знаете, это просто вот какое-то, ну, знаешь, если я там не солью, но это не я. То есть тори там сливают обязательно. Единственное, мне немножко это бесит все же, что у нее переключение лучше, чем у Вока. Так, мне, короче, надо отойти. Ну, мы что, на паузу должны нажать? Не-не-не, не ставьте, извлекайте, я вас догоню. Ну, давай. Потом скажет нечестно, нечестно. Простите. Что-то у вас по одной жизни осталось. А я слился как раз на оружие. Блин, даже не помню, какое-то оружие там было. Вот это да, самое неудобное у меня. Ну, гранаты, я так понимаю, самые сильные, да? Наверное. А они лазерные? А, наверное. А, наверное, лазер. Инферно, так он фору дает, зато он жизнь слил, так что ты знаешь. Я тоже слил, почему ты знаешь. Не показатель. Ну. А я хоть чуть дольше, но зато не слил. Задевает она, интересно, или нет, башкой? Ай, чё-то я отвлекся, ладно. Когда он обратно летит, нет? Что? А, ну я уже прошел. Когда он обратно летит, нет? Я уже прошел. Так, первый путь. Опять. Ну я согласен, да, начало первого уровня хардкор, да, согласен. Всё доменялось. Ну будет чит, если я. Да, я ускорю эмулятор и пропущу заставку этого робота. Ну, ускорь. Не-не-не, нельзя, я догоню. Причем что я уверен, что я сольюсь дальше, поэтому догонять вас. Не вообще не особо. Спокойно, пацаны, сейчас догоним. Я-то не слился, я просто так. Чуть замедлился. Все спокойно. Накал страстей ты прошел. Торич прошел за собаку, прошел на эту дурацкую концовку, которую я терпеть, наверное, не могу. Вот, и все нормально. Давай, спрыгивай оттуда. Ну вы уже одинаково идете, правда. Ну, хотя нет, сюда уж явно. Явно в превосходстве. По жизни я просто. Фух. Ну да, если все пройдут, то тогда торт пару минут тебе убавим. Не, ну как бы есть шанс слиться и у вас, и у меня тоже. Ну я говорю, если все пройдут, или там двое пройдут, и скажем, ты будешь на 2 минуты отставать, то будем считать, что поровну. Ну про 2 минуты сразу говорили, что не в счет. Не, ну я могу тут догнать вас, но если я пройду, ну я уверен, что не пройду, за тянку я очень плохо. Самый глупый поступок. Так, что там, первое, да, сначала? Я гнался за Джо. Я забыл, что этот дирижабль тоже дамажит. Какая опасная тактика, если честно. Ну, в смысле? Ну, сюда опасная очень тактика. Подставляться под дирижабль. Да, я затупил просто. Юзает, побеждает. То есть у меня тактики такие, при которых нельзя проверять там. У меня... Там он пускай хоть 20 этих полос делает, вообще не я уже. Вега, пацаны! Ядрич! Все слизано, да?
происходит дирижабль вообще? Ну, который... Да, который только что прошел. Можно подставляться под него. Да я затупил жестко, ну, я не знаю, почему мне фейспалмы не ставят, но надо было вообще-то. Мажу, ладно. Все? Там дирижабль просто приходится слегка по-другому, ну, ну, если опять-таки брать мой манер, приходить. Я-то помню все свои. Не, кстати, оружие тут явно лучше и удобнее. Причем все четыре. Б бесполезно. Увы. Ну да, но в целом. Согласен. И рост меньше. Ну, короче, явно персонаж намного удобнее. Ну, возможно, что оружие слабее просто. Ну, Тор, ты это... Блин, ну ладно. Как хочешь, в принципе. Это же не чит. Почему? И ховая механика будет. Ну, я же говорю, это не чит. Так что ладно. Вы про что? Ну просто он там стоит, я там вообще никогда не стою. Ну я стою за вот этой пимпочкой, она дамажит в другую сторону вообще-то. Я всегда так делаю, потому что так очень быстро приходит. Я, если честно, так вообще никогда не делал. Потому что так это скоростно приходит. Ой, да поверь, тебе одна минута ничего не даст вообще. Мы настолько по-разному играем, что... Ну, честно тебе сказать, вот просто когда я тренил с Интехо, Интехо дал мне прикурить это, ну, просто... Знаешь, что он просто дышал мне в спину. Вот мы слили оба на профессоре, на паукане, но при этом он дышал мне в спину. А двойка это на лодке там, где с поездом, со всем этим всем? В смысле? Походу, да. Да, по-моему. Не, не да, поезд, да. А именно лодка и ракета вроде бы. Поезд, ну там где этот бегает, Джо. А, не-не-не. Мы к лифту, мы к лифту пойдем. Мы же Джо убиваем. Мы в космос и все. Так что там есть. Ага, это по которой я ходил в концовке, да. Ну, чё, есть, конечно, преимущество. Опять-таки. А у меня наоборот, я вообще. Очень. Чё, ну вам везет. Точнее, мне везет, пацаны, ну что сказать. Я ее недавно прошел. Фоус, привет. Недавно прошел ее параллельно с Костабриком. Мне было интересно, смогу ли я пройти любую концовку. Ну я у тебя сюда, да, спрашивал в чате, какую концовку мне брать. Вот. И в общем, выпала именно она. Ну, что мне было делать, я пошел туда. Ну там я выиграл. Так, ну это босс дошел. А я тут ядрить как рандомно. Так, опять-таки буду аккуратно приходить сюда. Вы что хотите там делаете, но... Знаю, что свалку можно прибежать по цифистам. Кто не знает, можно прибежать по цифистам. По цифист ранам, то есть вообще не дамажит никого. Ну, не люблю так делать. Мне некомфортно слишком. Робот, будь робот, я бы так и прибежал. Роботам вообще легко очень. Он настолько маленький, что его там никакие шняги не заделают. А тут у меня нет да такого дела. Я хочу, блин, этот шот переключить. У меня этот шот 2 включился, я его пока переключал, включил другое оружие, использовал бомбу. Короче, жесть. Так неудобно переключается этот АБ, потому что надо нажать. Я не АБ, XY. XY? Я об этом не знал. Я АБ всегда нажимал. XY! Я когда на Сеге играл, я всегда АБ нажимал. Ну, у меня на Сеге 3 кнопки было. На моем стартовом паде он мне никогда не ломался. Не знаю, у меня ломали джойстики чисто так, но были всегда XY. Потом я просто у знакомого увидел, а, блин, 6 кнопок, дай пойду куплю. Не, ну честно, довольно обидно. Так хорошо шел, и две жизни просто потерял и на стрелке, на стрельце. Просто две жизни на стрельце. Так, ну я не знаю, как сюда проходил лазером, я просто не знаю. Удобно вроде. Каким лазером? Длинным. Большим? Длинным? Длинным я прохожу. Я там никогда с лазера не мог пройти. Вообще удаляйте. Вертолетик. Наверное, круто на СК-2 видеть три одинаковых снимок. Просто засилие, просто контр.
Так, ну это уже лучше, потому что я чаще... Надо же, я вертолет в первый раз. Перебанный... Близнюки, взяли, обосрали. Ну, инферно, я не знаю, как могу, убираю. Ядри! Слился. Слился. Не я спорю. Вижу. Не спорю, слился. Не, ну спокуха, ну чё, одну жизнь красавица. Чё не значит? Я за волка тоже присягал жизнь, не дай бог. Ну вот видишь, что дал, ну тот же мой рекорд, как и вчера, да? С одного конта я прошел. Ой-ой-ой, тут это неудобно. Вот это. Все. Ядрить повезло. Пацаны, я просто хотел переключиться на лазик. Но что-то нарандомило. Я просто испугался. Я хотел сделать подкат, но... Потом понял, что я не успеваю банально делать подкат. И в общем завафлил как мог, но... Жизнь сохранил. Все, здесь буду аккуратным и не хочу с лазером постоять. Сейчас опять навафлю. Я немного говорю, нет? Да норм. У меня слишком много слов в секунду, я знаю. Но я уже привык. Я думаю, зрителяшки тоже уже привыкли. Правда, не с удовольствием, но... Ну, гиены нет, зрителей, я знаю. Ну да. Чё, нету? Зрителей. Почему? Кто такой дно? Откуда? Так, да у меня тоже. Да меня кто-то знает? Да у меня вообще 8 сейчас всего. И а то, я не и знаю, то... что у меня вертолет. И то это кибер глючит, по-моему. А, какой кибер? Я же этот, на какой кеймер. ГГ. Ух. Да ГГ в последнее время вообще что-то глючит. Ну да, он мне иногда показывает 150 человек. Вчера 156 показывает, то, блин, всего 5. Угу. Сейчас отвечу. Ну, первое. Во-первых, это волнение из-за стрима. Второе, это волнение из-за команды, потому что меня подпирают вот эти двое, не забывайте. Вот. Ну, то есть, не знаю, волнение, мне кажется, больше, чем на обычном стриме. Да. По крайней мере, у меня. Это не волнение, скорее, а это соревновательный, как бы, эффект. Да. То есть, ты бы мог аккуратно, красиво пройти там, да, фолс, но из-за того, что тебе постоянно надо вперед, быстрее, эффективнее, ты вот должен вот, под врагов подстраиваться. Ты подстраиваешься и иногда фигишь. За волка ты опоздал. Что за волка? За волка только что прошли. За волка тоже за огнем. Там снап с удалу пришел. Снап пришел? Я пока не вижу. Да, я вижу. А, твою мать. Ну, по крайней мере, был снап. Привет, тогда снап. Насчет этого я согласен, что первое оружие достаточно эффективно. Но ты знаешь, нет, в некоторых местах надо использовать другое. Нет. То есть оружие тут больше используется по ситуации от данного врага. Я не успеваю оружие переключать. Ну, соответственно, да. Ну, как бы я учитываю насчет того, что есть. Снап, только не спрашивай, кто выиграл. Вот, например, я не знаю почему, но вот сюда пользуется лазером на этой шняге, а я пользуюсь оружием А. Потому что оружие А скорострельный, и дамаг, которым будет прилетать, по-моему, все же больше. Но это не факт, доказано, не поэтому... Факт, да. Потому что я вот сейчас бы отходил, у меня лазер бы пару лучей вылетел в бок. Но мне кажется, лазер намного мощнее. Не чуть-чуть. Но он редко попадает в него. Ой-ой-ой-ой. То есть кажется, что о, лазер там классно попадает, на самом деле нет. Да не так уж и редко. Ну вот на этой фазе, на которой я сейчас, не редко нифига. Ну теперь да. Я использовал только первое. Нет, ну, фолс, вот возьми волка. Ну у него эффективное оружие, это явно Б и Д. Это просто на эффективнейшее оружие, которое кто-то, я не знаю, они тащат, рулят, убивают и я не знаю. Цветки вообще с получиха гранатами убиваются. Вот зря ты сюда говоришь, что же пушка С, да, тащит, но я уже тебя догнал по сути, хотя я шел в конце. Да потому что ты спидранишь, а я просто играю. Ну да, я спидранил. Ну а я просто играю, как обычно, как и на Сеге играл. Не, я пацаны спидранил, у меня все ради победы.
Блин, неужели не успел? Я думал, успеет. А, Янка, да, я помню, она нифига не успевает. Жесть, я думал, граната не успеет. Ядрить, я в чат посмотрел! Я думал, кнопку зажал. А я завопли! Не, ну речь наименьше, но лол. Опять же говорю, ты смотри, где это использовать надо. Ладно, все, сливать больше не буду. Ядрить, я посмотрел в чат и завопли. Ну ладно, что, без Васика затащим, да? С чем нам Васик? Сейчас посмотрю, как сюда проходит этот дурацкий луч. Так я буду ползти. Ползти тут да, вообще. Если я не затуплю, как на волке, то, в принципе, что там проходить? В смысле, ты видел, как я проходил? Или? Нет, как я проходил. А, волка. Я не видел, просто я у себя. Да я, же, я упал с потолка и не смог запрыгнуть. И, короче, я снизу бился с ним. Стоял. А. Ну, юзаем тактику, просто идем быстрее него. Хотя достать он может. Да, поэтому я там. Я когда вначале начинал играть, я всегда там стоял, потом понял, что это плохо. Он может. Да, он может доставать там. А у мужика, кстати, оружие какое. А, такое же, как у тёлки почти. Да. Как в первой контре М. Объяснил. Спасибо. Ну, вот. Ага, ясно, сюда в какие не проходишь. Но я прохожу опять-таки. А ты юзай как? Читер, побеждай. Ну, сейчас ты что видишь. Юзай? Юзай читер, побеждай, как обычно. А я не знаю, какие там читы есть в этом моменте. Ну, баги или что там. Вот, ребят, вот это... Чё-то я забыл про таракану. Меня здесь не достанет. Если я правильно стал, тян тут никогда не достанет. Можно хоть 300 лучей, лучи сюда не попадают. Ну, фиг знает. Ну ты видел, да, где? Да, видел, видел. Вот никогда об этом не задумывался, если честно. Я всегда стоял под ним и все. Но есть момент, что туда трудно запрыгнуть, там расстояние очень маленькое. А вот фиг знает, это на третьей фазе чем его убивать? Лазером, блин? Я лазером не пользуюсь, я ашкой там долбываю, честно. В принципе, лазер каждый раз... На этой фазе лазером проблема, вот он сильно отваливается в сторону. Ну, в принципе, каждый луч лазера попадает. Что, догоняем? Догоняем их? Догоняем сюда, о. Что там второе? А, второе сдаться, да? А что там во втором все вспомнил? Блин, я засмотрелся на чат. Я завоплил только что на чат, засмотрелся. Блин, вот... Ладно, не будем умничать. Я бы мог, конечно, попробовать поумничать. Но не буду. Ну да, вот видел, что там Снап пишет про Пуплиша? Да. Ну я как раз на этом и слился. Читор галимый. Догнали! Так, мы сдаемся, да? Да, мы сдаемся. Опять тебя не зовут? Лол, Коктофан, ты если хочешь, чтобы я тебя звал, скажи. Торич, я хочу, чтобы ты меня звал, добавь меня в список. Этих, кого я зову? Да, привет, Картофан. Добавь меня в список смертников. Surrender and fight later. Ой, зачем я это нажал? Сейчас такая жесть начнется. О, сейчас будет слив сразу это, блин, по-любому. Тебя заставили. Ну добавь, ё-моё, да, всё, не кричи. Только не кричи, не волнуйся, тебе нельзя волноваться. Чё там? Сдаться и не быть вафлёй, да. Я так. Чё-то я этого момента вообще не помню тоже. Сюда я догнал. Да, успокойся, Тора, лифт же. Я на лифте все. Это финальная, скорее всего, точка будет. Лифт, если... не напоминай, все. Вот просто молчи, блин. Не говори мне про него, пожалуйста. Но ты тренил один раз, хоть оно все-таки было.
Ну, вчера или позавчера. Я там слился, поэтому... Вчера это было, да, Рэн? Да, вчера. Да, 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 вчера, вчера. Ну, считай, это не тренинг просто профессионал. Ну, все равно тренинг. Ну, да, да, да. Считай, опыт у меня в этом левеле есть, да. Просто короткий тренинг, одноразовый, но все равно есть. Ну, просто мне там хватило. Повезло, что там у меня Д хотя бы есть. Там сверху сделал и все это бегал. Он начал ходить, и я там быстро мужиком забил. Правда, я такое там ядрил. Ох, кто бы увидел, как Тафан, наверное, бы люлей мне навалял. Мне такое. Просто повезло, что у меня Д есть. У тебя тоже есть, да? С Сашкой могу пройти. Ну, я бы тут очень жестко был, думаю. Не поверишь, для это опять же таки, я напоминаю, что я играл с Интеха. С Интеха я тренил эту клею. Я-то не знал, какую концовку будет. Я затренил этот левел, я помню его. Ну вот здесь жестко, да. Здесь может быть жестко. Когда начнется вот эта вафля. Фух. Все, я на профессоре две бомбы сливаю. Одна бомба, но не поможет. В смысле, у тебя... две бомбы у меня, а точно, я же сейчас взял. Но мне, мне не поможет, я без смерти вряд ли пройду, но это бред. Не, я тут, наверное, все канты сяду. Раскрутил. Оружие у меня, правда, говно. Ой, ну пожалуйста. Спасибо. Ну давай, начни уже ходить. Зачем ты это сделал? Он же ходить начал. Да, ядрить! Ну вот эти палочки китайские, я не знаю, как их гандонить. Спрыгивай, ты. Я почему-то этого бота вообще не помню. Картофан, как ядрить эти палочки? Объясни мне. Предыдущего, ладно, вспомнил, это вообще не помню. Да спрыгни, что ты делаешь? Да, спрыгивай! Жесть. Да неужели я с первого раза его прошел? Это охренеть, просто я вообще не ожидал. Судал? Ну да, вижу. Ну ты-то тренил, ты вообще его знаешь. Я тут вообще не играл, блин, фиг знает сколько. Там, ну ты, наверное, не видел, там есть фаза, когда можно через ноги ходить. Он перешагивает тебя. Чип-чип. Но, блин, этого босса я не помню просто. Я не помню фазы, к сожалению. Поэтому я с первого раза вряд ли пройду без смертей. О, ща он меня будет тралить, короче. Я помню, он вчера меня тралил жестко. О, сейчас кто-то привет, Кустабрик. Ну я не... Не, я говорю, ну блин, ну с первого раза, ну вряд ли. Ну не помню же вообще. Я его с 10-го не пройду. Что он сейчас будет делать? Остановись, делай паузу, посмотри. А, ну понятно, ну я не помню этого, ну. Да, подожди, пока второй сольется. Ну тянкой с наводящимися будет легко, потому что... Стоп, а мне опять профессора проходить? Нет. А, фух. А ты думал пульку на профессора проходить? Чего бы. Здравствуй. Ну мне теперь пульку... почему со дна? Так, такую теперь кидает. И что третье? А, это я помню. Сдохни ты уже, господи. Сдох! Только почему-то я, а не он. Это что? А, пустит какую-то хрень, да? Угу. Ядрить он крепко. Да что, ну что ты делаешь, ну Тян? Ну ты тупая что? Овца. Я еще сейчас солью, пацаны.
Не знаю, как эффективно приходить. Как там фан Харри ставит свои спаун? Мне можешь сходить поставить. Сабрик, ты вообще молчи, ты до этого не дошел. Дно. Дни на молчи. Ну чё, ложимся и надеемся. Ты прошел первую фазу? Надеемся, что не попадет, пацаны. А чё я не стреляю-то, ядри? Как-то стрелять вроде надо. Стандартной стрельбой не пользуюсь на практически. Не в этом боссе. А это сейчас что делать будет? Вертеть надо. Зефир, уточни, не они. Че, ты прошел босса? Да. Че не сказал? Ну вот только что. Нужно. Опа, Тогичта! Оп! Должен был сказать, ура, я победил там все такое, не? Опа, Тогичта! Оп! Оп! Видимо, вам еще вебки запилили, что я так делал. Опа, Тор, теперь огорчись, что мы на ставке не играли. Че? Говорю, теперь огорчись, что мы на ставке не играли. Не, я не люблю на ставке. Хотя первые все стримы я играл на ставке. Тор, а чё, на халяву пожрать, все дела? Не, ставка была другой, ставка была стрим игры, которую я скажу. Ну, что, побуду. Что? Неправда, я прошел. Да. А, стоп, а Гена, а чё ты так ещё далеко? Ты это, геймовый, что ли, был, или чё? Да. И не один. Брат, а погубил огромный мозг. Инферно, а почему так возросли-то ставки? Крэнк, нет! Все, Крэнка нет. А ты говоришь, что Крэнка ты не можешь. Никто не смотрел черепах новых? Нет. Кстати, а вот эта концовка, она что означает? Типа, все плохо, да? Да, все плохо, он уничтожил. Ну, считай, землю, штат, что там. Типа все живое, да? Вот этих превратил лягушек. Да. И мы погибли. Потому что лифт разрушился, да? Станция взорвалась, и мы все погибли. А какая хорошая считается? Ну, где мы ракету, наверное, да, убиваем? Вот включил! Костабрик, ты нарываешься на встречу со мной, да? Давай, чё? Тебя и кенгуру. Опять же таки, рандомим перса, рандомим концовку. А Костабрик, а я тоже вот включил или что? Все воды включили, кроме... А типа, когда по-настоящему проходишь игру, то вот так, да? А когда с Ютуба скачиваешь, то... Я какой-то неправильный вот нашел. Я тебе говорил, готовься к стриму, а ты чё мне? Я найду первый встречный. Ну, по крайней мере, да, сразу очевидно, что эта концовка для меня одна из самых сложных из-за лифта. И то я неизвестным персонажем затащил на игру, но с волком просто это жесть для меня. А кто мне напомнит четвертую концовку? Еще одна ракета, а четвертая какая? Поезд. Ну, поезд, а потом база такая в виде замка. Да, где там Джо надо драться, который клещ не выставляет. Так что у нас для которого я имбо-тактику искал. Остались, то есть ракета и вот это как раз. И доктор, на которого я тоже искал имбо-тактику, поэтому, ну, в доктор, принципе, в смысле, думаю, доктор, который в жука превратился, Миша. Ну, он паукан или кто-то. Ну, козявка, короче, у которой краба, это ХП против пушки А. Я, когда, опять же, таки, с Интега... Снап, так не только герои погибли, вообще все... Он же пустил, когда сам перед боссом, луч. Он пустил этот луч на землю. А почему? А, мне показалось, у меня титры быстрее закончились. Не-не-не. Это же мой стрим у тебя в углу. Сквита, ну, можем она сквитую, но я уже проспойлерил, по крайней мере, сюда, как ее быстро пройти. А я не помню. И я вообще на ее не пройду. Ну, скрыто, я так понял, он имеет в виду арену. Арену? Да. Рассказываю, пацаны, как быстро пройти арену. А, Тор, сколько у тебя очков? А почему у меня только 42 тысячи, а у тебя так много стран? Потому что я контос не брал. Ты сдыхал, наверное. А я брал? Стоп, где я брал? Да ладно, я не...
А, ну да, на последнем боссе я взял, точно. Я контос вообще не брал, я на нулевой затащил. Я вот только на последнем боссе взял. Для тех, кто хочет видеть вот эту вот секретную концовку, это арена, объясняю, как ее быстро пройти. Первое, вы проходите, соответственно, до нее, собирая все оружие там и так далее, и не сливайте бомбы, то есть не сливайте жизни, ну, контос, да? А их там две Вот. бомбы, да, всего. Да, две бомбы у вас будет всего в запасе. Вы убиваете первого и второго босса, как хотите, просто извертывайтесь. Как появляется второй, вы его тупо бомбите двумя бомбами, он умирает. Все. Подожди, а первый это кто? И кто второй? Первый это крендель, кидающийся рыбками с Рыбами. гитарой. А второй с коляской, да? А вторая это мамаша. Не, подожди, так а рыбку этого, как его убивать-то без бомб? А рыбку. Ну, рыбку не знаю, я рандомил. То есть просто от края до края бегаю, А все. тележку? А, тележку, верхний угол, заседаешь, бьешь ракетницу, потом все, потом мамашку. Все. А там самое проблематичное, это, по-моему, ракетница, которая немножко тролла. Но опять же таки, смотри, смотря кем ты играешь. Костопри Волком. хочет увидеть, как убить того босса. Волком оружие А, у Какого? него идеальное против ракеты, оно, потому что разлетается. И там шанс поразить его почти нулевой. Вот. Ну там Подожди, ты наводящиеся про какого можно от босса? тянки использовать. Или от мужика. Костобрик спрашивал про босса третьего уровня. Смотри, что Костобрик Гена тебе написал. И Ну, это я знаю. он-то пишет. Он несколько раз думал, что я тянка. А По кстати. которым Тор сегодня не приперся и все спалил. А кстати, а ты пройдешь пульками этот уровень? Босса нет. Ну-ка, я включу на стриме твой звук. Moonlight Dog убивать обычной А, блин, тебя куколкой же я будет не умею, слышно. честно. Затупил, если я же твой стрим включу звук, то будет скайп дублироваться точно. Честно. А тебе нужен звук? Да не, Можешь ладно. стрим выключить уже, он тебе нужен. А мы все, да? Ну, я Ну, все, не я знаю. честно. Можем вдвоем пойти что-нибудь. Да не, ладно, давайте в следующий раз Без еще этого. втроем замутим еще две концовки. Только просьба, скайп не клади. А хотя какая разница? Ну давайте тогда я свой стрим завершаю и перехожу в чатик к Гиене, пока он допройдет. Все, так что У меня всем пока. последний хант остался.